25 ноября в Музее истории Казанского федерального университета прошло вручение молодежной премии имени Завойского. Евгений Завойский – советский физик-экспериментатор, обнаруживший электронный парамагнитный резонанс. Долгое время работал заведующим кафедрой Казанского государственного университета. Очень долго в жюри совещались и рассматривали все представленные работы. Надо сказать, что все представленные работы были очень высокого класса, и нам было достаточно сложно определиться. Почетными грамотами были награждены финалисты конкурса, а победителям были вручены денежные призы. Конкурс проводится ежегодно с 1991 года. В нем принимают участие аспиранты, а также молодые ученые казанских университетов в возрасте до 35 лет. Главным условием участия в конкурсе является создание и разработка своего проекта. Сегодня были отмечены победители премии Алмаз Сайфутдинов с разработкой кинетика быстрых электронов в плазме отрицательного свечения тлеющего разряда и ее газоаналитическое приложение. И Руслан Батулин со своим проектом «Оптическая спектроскопия атомов и ионов в баре в сверхчутком гелий-4 и практическое применение физики низких температур в КФУ». Очень много проводилось исследований смежных каких-то фундаментальных, то есть проводились фундаментальные в начале исследования, потом мы вот приступили к экспериментальной реализации метода. Подготовительный этап основывался на фундаментальных исследованиях. После того, как подготовительный этап был закончен уже в Казанском федеральном университете, мы стараемся реализовать однокубитные вычисления, и, соответственно, в качестве элементной базы у нас выступают электроны поверхности гелия. Конкурс проводит Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани, Казанский федеральный университет, Казанский физико-технический институт имени Завойского. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.